Мы готовим трансляционный пакет для EHFA и Канады, собственно, чтобы показывать чемпионат мира. И здесь я, чтобы у меня появилось впечатление о месте, где будет проходить чемпионат, и людях, которые будут на нем работать. У меня интересная работа, я, в принципе, часто путешествую и осматриваю разные арены, готовлю их к различным турнирам и соревнованиям. И я был на многих аренах Европы, США и Канады. И когда я приехал сюда, я сразу сказал, что эта арена, она очень красивая, она очень аккуратная, все здесь чисто, и она оптимальна для проведения турнира большого уровня. По первым впечатлениям, я бы сказал, что здесь отличный обзор для болельщиков, здесь достаточно много позиций для камер, и если бы меня спросили прямо сейчас, я бы ответил, что ничего менять не стал.